Мы все уйдем, мы все покинем землю. Душа взлетит куда-то в небеса, там далеко в огромном синем небе ответим за поступки и дела. Там соберется суд небесный, высший, там знают все, как жил и как грешил. Не колоси тогда, за что, Всевышний, за то, что в этой жизни совершил, за все, что натворил, с тебя там спросят. Не сможешь там отмазаться никак, там денег нет, на лапу там не просят. Там не помогут папа, сват и брат, на небесах все честно, там порядок. Раз согрешил, держать ответ тебе, здесь на земле бесчинство, беспорядок, здесь денег власть, здесь ценности не те. Богатым можно все, они заплатят, они здесь боги, им указа нет. А там на небе, как бы им не плакать, ты здесь крутой, а там сословий нет. Там спросят, почему больная мама была одна, ты не спешил помочь, она тебя растила, воспитала, она ждала тебя, а ты гудел всю ночь. Там спросят, почему родные дети тебя так мало видели, где ты ходил, бродил, и что ты там ответишь, что сбрешешь для спасения души. Там спросят, почему ты бил собаку, зачем травил и убивал котов. Здесь можно все, стрелять в слонов, в макаку, там будет суд. Ты отвечать готов? Ты здесь герой, глумился над соседом, он инвалид, и отвечать не мог. Там ты поймешь, что был с котом последним, там тела нет, там нет ни рук, ни ног. Мы здесь живем, не думая о вечном, и забываем, что там будет спрос, что ангелы тебя там, встретив в белом, к Создателю отправят на допрос. Там знают все, там камеры повсюду, там нет дорог, назад не убежишь. Здесь ходишь в храм, молитвы шепчешь Богу, выходишь и бессовестно грешишь. Там каждому назначат свое бремя, там будет суд, накажут по делам. Пока ты здесь, пока еще есть время, задумайся, как встретят тебя там.